Мне часто задают вопросы, а если у меня болит этот орган, на что он отражается? А если в моей жизни происходят такие-то вещи, то о чем это говорит? Интересен? Нет, стандартный подход. Конечно, интересен. Ведь если бы вы знали, что с вами происходит, если бы вы понимали, как это работает, то вы бы все это решили бы в минуту самостоятельно, и вам не нужны были бы никакие подсказки, никакие проводники, никакие гуру, никто не нужен был бы. И именно поэтому, чтобы мы с вами смогли еще больше проработать себя, еще глубже разобрать все свои моменты, которые на определенном моменте нас выводят в те же самые ситуации, от которых мы постоянно уходим. Именно поэтому я запускаю марафон «Рождение аватара». И там мы будем говорить, что такое наши внутренние органы, с чем они связаны, как это отражается на наш внешний мир, как наш внешний мир транслирует нам, что у нас не в порядке, с каким органом. Да, это все очень взаимосвязано. И если вам это интересно, то, конечно же, присоединяйся. Он начнется 8 апреля.